У них носки смешные, как у клоуна. Главное, чтобы они играли еще как клоуны, было бы хорошо. У Кирилла на этой команде, как она год младше внук вратарем. Ох, хороший пас. Давай, ай-яй-яй-яй, там рядом был. Молодец. Ах, опять мимо. Давай-давай! Yes! Good job! Молодцы! Так и добили. Да, потому что наши молодцы, если они уже там стоят, они уходят. Так, главное не расслабляться. Don't relax. Как быстро еще. Это же надо уметь. Помнишь, их скат учил? Что это? Как это называется? Респект? Или что надо сначала дать тем, кто заходит? Нет, кто-то заходит. Будешь респектиться? Ну, еще две двери, поэтому. Разворота, давай, давай. Да, пасы надо. Какая тут шпариловка. Слушай, а может там сенсор есть? Давай, молодец, good job, good job. Бедный, жалко, зря ехал. Ну, пока еще. Есть 23, 33, 33 черные. Вон, большой. Нет, это другой мужчина. Он тоже добрый. Он тоже говорил, приветливый такой, но он тоже. Вот это мама, с мамой разговаривала уже. Да, но не похоже чуть. Легко.
Его сегодня нет, вчера были оба. Мама и папа. А тут с мамой разговаривал, так это... Он 23-й? Да, он вчера не играл, его, ему не... Ну, он же был выгнан за... Да. Да, он сидел по гражданке. Он по гражданке сидел. Ну, стоял там, ходил, улыбался еще. Ну, стенчиво так. Вот он идет. Вот это, да, видишь, они похожи. Я поэтому, ну сейчас уже, я уже привык, я знаю, уже знаю. А кто же Мурдан? 23. Да. Да. Давай, бей с разворота, ну. Ох, хороший пас был. Ай-яй-яй, молодец, дефенд. Давай бей, молодец! Молодец! Ох! Он если бы он ударил по воротам, он не по воротам ударил, тот сейв аут вообще. А если бы он правильно ударил, ну да, да. Но оно бы и пролетело мимо. Ну да. Если бы кто-то должен был бить. Ну да, да. Если бы он бил четче, то мог бы и гол быть.
буду объяснять. Ну, молодец. Говори, что будет. Пока помню, то есть, что было неправильно. Да. А то, что не работает, то будет тоже объяснять. Ну, так и так, что наши стояли уже со мной. Да? Поэтому команда Тревел. Ну, конечно. Побеждает. Молодцы. Давай, 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 давай. Молодец, good job. Вот тут торпеда летит 22. Ну, вот так пусть они бегают. Ты как медленно бы догнал его. Ох, молодец. Молодцы. Добили они. Да, молодцы, молодцы. Вот так. Тихо, тихо, boys, quiet. No pushing. Не нервничай. Don't be nervous. Don't be nervous, coach. Молодцы, дефенс. Good job, defense, да? Не дали ударить. Воу. Но это не специально. Давай, давай, давай. Оу. Но у нас на команде. Какой ты мастер. Я их половину не знаю. Но их все равно, я их не знаю вообще. Мне с этим будет. Это живо не. Да что ты говоришь, ничего не было. Вообще-то. Люк, даже у них некому посидеть с мальчиком. С мальчиком даже некому посидеть. Я когда сидел на банке, так тут заходил, я тут русским словом. Простым. Привет или молодец. Ну они не против были. Давай, 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 ай-яй-яй. Ох, он молодец. Пас, good job, good pass. Быстрее думай, think quicker. Давай. Давай, давай, давай. Two!
Думал долго. He think too long. Надо quicker. Так, 55-й думал долго. 55-й думал долго. Он быстро, но думал долго. Ты видишь, как он правильно делал? Он в наше время меняться, и он это вот, и он ударил далеко. Когда прыгает, молодец. Ты легко бы разбудил, что ты Он сам не знает, где шайба. Херно были за пакет. А, окей, under the bat. Если under the bat крутит ворот, считается, что забит. А, ну-ка, ну да, конечно. Можешь же махлянуть. Если он сейф. Ну да, да. Как борт хорошо дал. Если бы он быстрее чуть был, ох, молодец. Если бы он быстрее чуть был, он бы мог, у него бы хороший, очень борт хорошо спроектировался. No way. Defense. Молодцы. Ох, блин. Свезло. Почти. Пошли, как стрика, пошли они, это вот. Это оранжевые, пошли. Вот так вот, а наши менялись. Прыгать быстро. Вот тройка вышла сразу. Молодцы. Он молодец, но он чуть-чуть долго соображает. Ой. Часы не смотрели. Вот Колян, когда смотрит на часы, я помню, как это он. Развернулся спиной. Ему ногами уже топали, кричали. Он через ноги как. Бедный получил в тот дом, наверное. Потому что очень дальше было. Он очень
Рев, give us a pass. Инструктаж. Давай, шут. Видишь, огромные гули у них. Look at this pet. Pet humongous. Да, да. Да, да, очень. Молодец. Прикинь, оба пропустили. Попкорн джелибинс очень. Что? Какие? Попкорн джелибинс. А, там попали попкорн? Странный вкус масла из конфет. Ну видишь, раз ты рекогнайз, что это, значит, достаточно тейст хороший, который можно рекогнайз. Ну, в смысле, не знаю, что он вкусный, но рекогнайзабл. Давай, давай! Ай-яй-яй. Это как турки Андрея Весода. Давай, 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 давай. Quicker, boys. Difficult angle, потому что был трудно. Давайте уже прессуйте.
Это маленький, смотри, пятый какой маленький. Это ты же бежит смешно, посмотри, как он бежит. Да, вот да, да, мелкими сверчками. Чук-чук-чук-чук. Оп. Молодец, Чарли. Good job. Забили такие, молодцы. Да. Знаю, что делать. Именно дотолкали такие, молодцы. Они часто тогда именно запихивают. Ну и нам тоже иногда. Нам больше забивают, чем запихивают. Да, да, да. Они очень часто запихивают. Это ж... Ой. Ты шо, как ты посмел так ударить нашего команда? Давай быстрее! А что было? Я не уверена, что было. Просто свисток. Просто я не знаю, почему. А, я с этими же линиями, да. Это же. Мне уже Коля сколько объяснял. Он только начинает, когда объясняет, и у меня отключился. Я не знаю, что такое айсинг. Ах, чуть-чуть не надо было сильнее ударить. Ох, хорошо попал. И сейф был хороший, более молодой. И шат хороший тоже. Хотя шат был, видно было, куда летит шайба. Ну да, да. Когда близкий шат, очень трудно поймать. Но иногда издалека работает, потому что мешает. Ну да, не видно. Ай-яй-яй, молодцы. Молодцы. Ух, это не специально было. Not on purpose. Уже устали пацаны, по-моему, наши. Чуть-чуть. Вот это когда вратарей ставишь, злится тот козел большой. Большой, ты как? Он именно зло долбанул. У него забрали, он именно вот этот 31-й. А ехать не может нормально. Сказал, едет этот трактор, наш бы его догнал. И у него шайбу забрал, он как раз как дал, долбанул по льду, значит злится.
вальсирует. Давай, ай! Успел, молодец. Пас дай восьмому. Молодец. Ах. Пас был хороший, удар слабый. Ну ничего. Anyway. It was good. Опа. Ого, это чисто толкнул. Плечом, ну, нашего. Наконец-то! Вот это снайпер! Ты видел, как был гол? Да, он, через... Он от блокера? Да. Вот это блокер у него был направлен... Вот да, так. Да, вот ангел маленький, да. Он должен был вот так, как Брэд показывает, так сделать. Угу.
Аут-аут, молодцы. Ну давайте, пацаны, ну. Месиво такое, ничего себе. 23-й стал. Большое. Кочка двигается. Колечко двигается. Да, один на один я вообще не ожидала, что мы не догоним. Что-то расслабилось, секунд. Ты какой компас дал такой? Second one. Как блокер держать? Да что ж такое? На бодичек пошел. Бедненький, откройте ему дверь. Open him a door. На бенч сам. Какой был один шаг?
Ну, может быть, да. Может, два. И за подложу такой. Он не мог, он раньше упал. Именно было видно, что он свалился полностью. Свалился полностью. Ну, ему надо над этим работать. Я пошлю этому вот, этому, как это, мальчику этому. Да. Да, конечно, обидно. Вы маленький тот, посмотри. Не потерял, его забрали. Давай, молодец. Что, еще один? О, ну зато френд есть. He wouldn't be bored. Ну давайте. Двое, да. Давай, бей, бей, молодец. Бей, бей, бей! Чуть бы сильнее надо. Молодец, молодец. Не, ну, не упал же раньше. Нет, так она не отбила, она не отбила. Нет. Молодец, дефенд. Good job, дефенд. Маленький какой. Наши кабаны такие большие, ценюсь. Да хоть спит, что ли? А? Толян что, спит? А может смотрит так? А, он смотрит из-за спины? Молодец. Лучше. Оп.
молодцы. Рефери висел двері окон. Ну, каже, на свой конек. Я вот там не первый раз у него коронный номер. Давай, 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 давай. Бей, бей, бей. О, тулей. Ничего. Ах, пропустил. Паска. Молодец. Ну, отбил, правильно? Ну, хотя бы. Не так сложно, но отбил. Хороший пас был, смотри. Давай, 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 давай. Когда-то же нема допоня, может в next сезоне мы постараемся разобраться, почему рефери свистит.
с этих линий. Молодцы. А, это было чисто подсечка. Реф. О, наш пошел. Don't argue with ref. Нет, ну это не совсем так, конечно. Ну да, да. Не, ну ругается и не уймется, смотри. Why they argue with the Oh, good job. So now they cannot blame ref. It's so. And they show coaches show bad example for the kid. So they argue. Дело делать. Давай бей. Ну, it's okay. Little bit adjustment, 1 yard. You're not in my way, so you can come closer. Okay. No, it's fine. I'm Oh,
Молодец, Колян. Колян хоть словил. Молодец, Колян. Блин, 39. Формадалки. Молодцы. Друзья. Да уж.